Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное послание Акылбеку Джапарову в связи с его назначением на пост председателя Кабинета министров. Он отметил, что Российскую Федерацию и Кыргызстан связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения. Убежден, что активная совместная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению практической кооперации, продвижению новых взаимовыгодных инициатив, отмечено в письме. Мишустин пожелал Акылбеку Джапарову здоровья, благополучия и успехов в ответственной должности.